Привет. Мы в Костко, но так как я уже здесь все снимала, все, что можно было, я увидела вот этот вот заборчик такой красивый. Мне так нравятся такие вещи. И он не дешевый. 36 долларов почти. Вон цена. Здесь даже стрекоза есть. Вот она. Ну, не буду пальцами показывать. Лучше приближу вот так. То, что я по 20 долларов видела, оно не такое красивое, как вот это. Просто втыкаешь, и можно рядом растения какие-нибудь ползучие. А можно просто для красоты. Я бы для красоты поставила. Оно, по-моему, складывается. И вот так выглядит в сложенном виде. Или это другое? Может быть, это другое? 22 доллара. С удовольствием бы купила, но некуда. Дома нету. А, здесь то же самое. И вот такие большие горшки. Или, может быть, это не горшки, а кашпо. Дырочки нету, просто кашпо, наверное. Так красиво было бы. Мне кажется, это совсем другое. Просто я вот здесь вот увидала, что здесь можно сложить. Вот здесь вот. Вот. По-моему, она складывается. Или нет? А, нет, это не складывается. Это она вот сюда вот, к этой картонке крепится так. Его так, наверное, уносить надо. Ну, одной, наверное, мало. Таких надо 2-3 штучки покупать на 100 долларов почти. Даже больше. Ну, это все, что я хотела сказать. Так, больше нечего здесь показывать. Ну, пока. Ладно, покажу еще розы. И расскажу, что я здесь видела. Ну, красивые просто цветы. Там их много. Ну, может быть, все покажу. Вот сейчас пока розы показываю. Очень красиво. Такие кремовые, зеленоватые, лимонного цвета, желтые, красиво, оранжевые. Очень красиво. А рассказать хочу вот такую вот вещь. Наверное, показать мне не удастся. Я когда зашла в Костко, то увидела немолодую женщину. Ну, наверное, ей уже за 70 далеко. Какая у нее была фигура, какая она вся такая шла, прям вообще вот тоненькая девушка идет. Ну, видно было, что ей уже далеко за 70. Талия тонкая, ноги такие стройные, и идет. И вот сейчас уже ухожу, ну, ее здесь вот нету рядом. Такие длинные красивые волосы тоже у одной пожилой дамы. Я хотела ее заснять, но это же не приветствуется. У нее были длинные, распущенные седые волосы. Очень красиво. Вот хорошо, когда вот так вот можно в любом возрасте ходить, как тебе нравится. Я за это. И доснимаю цветы. Это уже с другой стороны. Там розы я показывала с противоположной стороны. Вон там я показывала. А здесь такие разноцветные букеты. Ну, красиво смотрится. Флористы их сами там собирают, наверное. Красиво. Вот эти вот мне нравятся. Нежные такие они. Вот эти вот тоже понравились. Но это же гвоздики вот эти. Вот, ладно, покажу. Очень красиво. Вот эти я даже потрогала. Они как будто покрашенные. Ну все, теперь действительно пока. Извините, но я должна это показать.
Она ушла. Сейчас, может быть, я ее здесь вот увижу. Да, она идет, но я хочу сзади ее показать. Ей тоже около 70.